Число иностранцев, получивших российское гражданство за 5 лет, выросло в 2 раза. В 2018 году его получили почти 270 тысяч человек, тогда как в 2013 – 136. Чаще всех российский паспорт получали выходцы с Украины, Казахстана и Таджикистана. Большинство граждан из-за рубежа приезжает в Россию работать. Судебные приставы перестали принимать наличные. Федеральная служба официально напомнила, сотрудники ведомства не вправе принимать банкноты в счет погашения долга. Чтобы расплатиться, нужно положить деньги на специальный счет. Безналичный расчет по долгам – прежде всего антикоррупционная мера. За 9-ю неделю 2019 года в учреждение здравоохранения Ямал обратилось 10 145 человек с диагнозом грипп и острая респираторная вирусная инфекция. Показатель заболеваемости составил 188,5 случаев на 10 тысяч населения и остался на уровне показателя 8-й недели. На сегодня окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 18%.